Всем добрый день. Картофелекопалка. Однорядная каскадная система. Вот у нас каскадная система. Можно сказать, некоторые называют два транспортера. На лыжах. Так, на трактор под один рядок. Пальчики на 22. Центральное отверстие на 19. Вал на кардан 35. На 6 шлицов. Стандарт. Спереди стоит нож сплошной, передача ременная, первый каскад 90 сантиметров, второй 40, в сумме 130 получается. Сзади установлена сеточка, подтряхивает на эксцентрике, подпрыгивает, протряхивает, картошечка вылетает еще лучше. Дополнительно сделали дырочку, чтобы цеплять тележку, чтобы сразу, как у вас в комбайне было, картошечка перебирается и сыпается в тележечку, в кузовок. Вот это у нас модель, поступила к нам на склад. Друзья, делайте ваши заказы, пишите отзывы, комментарии. Всего доброго!